Папа, у вас все хорошо с малышом. Давайте, ваша очередь. Да я... А я и со стула встать не могу. Папина! В смысле? Папа, не полика... Папа, тебе страшно. Да ну вас нафиг. У страха глаза, о, я, поверьте мне, я знаю. Открывай, Родин. Папа, открывай, Родин. Открывайте. Ну, открывай, папа. Ну вы же не маленький. Кажу, папа, ну позорь меня, пожалуйста. Там у тебя черное. Дай ему что-то нормально. Надо. Положить плоскогубцы, я кажу. Никаких плоскогубцев никто не берет. Успокойтесь, пожалуйста. Я их предупредил. Будет больно. Одна справа, одна слева получится, честное слово. Такие у меня рефлекс. Верхний шестой зуб нужно заменить пломбу. 46-й хронический кариес. 5-й зуб под удаление. 36-й зуб под удаление. У меня опять спот, холодный, в горячий, думаю, бляха-муха, ну куда же я попал? С какого этапа лечения мы начнем? С послезавтрашнего. А сегодня что будем делать? Ну, посмотрите, давайте побалакаем. Прекрасно. Но нам нужно что-то сделать. Ваша жена записала на чистку. Ну, думаю, ладно, зубы типа еще раз почистят мне. Там уже якось пастой дорогой. А что это за фигню мне будете сувать? Куда? Вам в рот. Спасибо. Я, наверное, был похожий на улыбающую лошадь. Даваются мне по зубам его це шкрябать. Воно реально больно. Чтоб было страшно, я даже его за руку держала. Я за него буду идти и достав. Я не мог поворухнуться вообще. Значит, знаете, вот обосрався маленький в действии, и зуб, який мені памперс переводили. Ну что, как ваше самочувствие? Було больно. Чуть-чуть? Нічого себе чуть-чуть. Представьте, да? Який я стрес переніс.